Какие изменения были сделаны? В предохранительном клапане было просверлено отверстие напротив золотника этого клапана и ввернут штуцер на резьбе, в который ввернут рукав, идущий на распределитель. Это будет новый канал управления в распределителе. Почему здесь на резьбовом соединении? Потому что весь предохранительный клапан оказался изготовлен из чугуна. Ну, чугун, ясное дело, высокопрочный, модифицированный. Золотник предохранительного клапана, он обрезанный для того, чтобы увеличить диаметр, ну, увеличить отверстие на сливе. Там на фото в этом, на форуме, у меня оно показано, на фото видно. Теперь идем к распределителю. В распределителе в пробку вваренный штуцер, и канал управления теперь соединяется оттуда, вот этот рукав подсоединяется сюда, до канала управления. Сама та бутылочка, поршень, он заглушен путем вставки, заглушено отверстие в нем путем вставки из тех пластины прокладки резиновой толщиной 3 мм. На прокладку вставлен шарик и пружина, и также пробкой задавлена. То есть штатную переливную секцию мы заглушили. Вот, работа теперь происходит, предохранительная секция работает и переливная в одном приборе, в том предохранительном клапане. Ну, как работает, я сейчас покажу, заведу двигатель, на подъеме жатки будет видно.